Я все-таки не могу понять, если ты российский пенсионер и живешь в Латвии, и не сдал экзамен по латышскому языку, или не сдал хотя бы часть экзамена по латышскому языку, например, письменную часть, то тебе грозит выдворение. А если ты приехал из Германии и стал президентом, например, компании AirBaltic, и не говоришь все равно по-латышски, то тебе платят зарплату почти 1 000 000 в год и общаются с тобой только на английском. Вот где логика и в чем смысл?